Всем привет! С вами Влад Широков, и сейчас я буду читать всякие цитаты. Возможно, они достаточно заезженные, но в них по-прежнему остается суть, которая неизменна. Никому никогда ничего не объясняйте. Каждый все равно поймет так, как ему выгодно. Пусть в вашей жизни будет так. Ребенок будет гордостью, муж опорой, друзья верными, деньги лишними, здоровье крепким, а жизнь прекрасной. Ты пройдешь через худшее, чтобы прийти к лучшему. Не сдавайся. Тем, кому со мной трудно, не мучайте себя, уходите. Одна капля лжи портит океан доверия. Ты только терпи и знай, все тяжелое пройдет, все лучшее настанет. Чем меньше окружающие знают о вашей личной жизни, тем удачнее она будет складываться. Грамм собственного опыта стоит дороже тонных чужих наставлений. Ты – причина своих страданий, своего счастья и своей гордыни. Никто не несет ответственности за то, что ты чувствуешь. Ты и только ты. Ты – свой собственный ад и рай. От души посмеяться и волю выспаться – вот два лучших лекарства от любого недуга. Если дружба закончилась, значит ее и не было. Самое потрясающее чувство – то, когда ты ничего от человека не ждешь, а он выдает тебе настоящий космос. Вот пусть так будет всегда. Большая река течет тихо, умный человек не повышает голос. Когда грозит беда, когда бывает туго, мудрец винит себя, глупец ругает друга. Неудача не означает, что Бог вас оставил. Это означает, что у Бога есть лучший путь для вас. Умные люди не столько ищут одиночество, сколько избегают создаваемой дураками суеты. Иногда вовремя сделанные шаги меняют походку всей жизни. Не нужно принимать молчание за игнорирование, спокойствие за бездействие, доброту за слабость. Отсутствие ответа тоже ответ. Если вы сможете понять эту мысль, то избежите многих разочарований. От слов тоже бывает больно. Думай, что говоришь. Цените время, дни уходят навсегда. Искренность надо ценить, а не использовать. Человек свою судьбу должен выбирать, а не принимать. Ты не ошибаешься, считая человека хорошим. Это он ошибается, поступая плохо. Если хочешь узнать человека, не слушай, что о нем говорят другие. Лучше послушай, что он говорит о других. Доверие – вот самая ценная и самая хрупкая вещь на свете. Без него ничего не получится. Будь хорошим человеком, но никогда не трать время, пытаясь доказать это. Дай Бог каждому быть с тем, с кем сердце не ищет других. Самая нужная наука – это наука забывать ненужное. Можно не высыпаться, быть усталым, измотанным, простуженным, иметь серьезные проблемы, но при этом быть абсолютно счастливым. Абсолютно. В мою голову с детства заложили простую истину. Если ты дал слово, то ты должен его сдержать. Все возвращается бумерангом. Помните об этом. Победи себя и выиграешь тысячи битв. Если вы любите двух людей одновременно, выбирайте второго. Если бы вы любили первого, не влюбились бы во второго. Не бывает таких людей, с которыми всегда было бы легко жить, но бывают такими, с которыми хочется преодолевать сложности. Сдержаться в течение минуты, избежать раскаяния в течение 100 дней. Если ты не собираешься идти до конца, то зачем идешь вообще?
Если человек не выставляет чувства на показ, это ведь не значит, что у него их нет. Если вам данный ролик понравился, подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Пока. Успехов!